Всем привет, мои хорошие, рада приветствовать вас на моем канале. У нас с вами очередной мукбанг. Очень давненько у нас не было грузинских хинкали. Рецепт я вам обязательно оставлю внизу в описании под видео, но просто в рецепте там мясные, а здесь у нас с сыром и творогом получается очень вкусно. Я их люблю гораздо больше, чем обычные с мясом. Также у нас здесь говядина, маринованная по-азиатски. Очень вкусно. Это просто одно из самых моих любимых блюд. Дальше у нас здесь соусы. Соевый соус. Здесь соус для грузинских хинкали, но он предназначен именно для мясных. Но я и кушаю вместе с сырными. Здесь сметанка. И кто кушает, приятного вам аппетита. Болгарский перец. Заранее извиняюсь за посторонние шумы. Просто я не могу ничего поделать. Я не знаю, вам слышно или нет, но мне слышно, я сижу сейчас. Это вот шипение. У соседа, понятное дело, ремонт. Мы ничего с этим поделать не можем. Как-то вмешаться тоже, потому что видео я снимаю днем. А днем он имеет право делать у себя в квартире ремонт, понятное дело. В комментариях кто-то написал, что давно не было грузинских хинкали. Слава богу, в этом видео более-менее. У меня в последнее время на видео лицо прям, знаете, такое красное, потому что я не могу подобрать себе нормальное тональное. Все тональные мне темные, точнее желтые. И у Maybelline, и у других брендов. Кому не сложно, кто так же, как и я, сталкивается с этой дискриминацией, напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы находите идеально светлый тон. У какого бренда есть? Сырные очень вкусные. Вчера я наконец-то продала свою камеру. Можете меня поздравить. Точнее, я ее уже давно продала, просто девушка, которая у меня купила, она была на отдыхе. И она как бы половину суммы сразу кинула мне на карту, потому что действительно желающих было очень много. Я выложила у себя в Инстаграме по очень вкусной цене свою камеру. И очень много людей просто писали, от нечего делать. И было вообще непонятно, кто реально хочет купить, а кто просто хочет поболтать. Люди спрашивали разные факты, о которых я уже говорила. И потом говорили, мы подумаем. Эта девушка сразу написала, что киньте мне номер карты, я покупаю. Я кинула, и она мне половину суммы сразу кинула на карту. И она сразу меня предупредила, что я в городе не буду, я приеду только в начале следующего месяца. Чуть раньше получилось. Она сказала, что она хочет стать ютубером. Будет снимать контент.
Вот вчера она наконец-то прилетела. И вот мы поехали, сначала сделали диагностику. Я настаивала на этом. Настаивала, почему, могу объяснить. Я человека не знаю, правда, она выглядела очень-очень ответственно, очень милая девушка, такая, знаете, со стержнем. Но может быть все. Я была за то, чтобы изначально мою камеру вдоль и поперек перепроверили. А потом уже я продала. Потому что всякое может быть. Человек может сам уронить камеру, потом сказать, что она была неисправна изначально. Или человек может купить, потом передумать и захотеть вернуть. Чтобы не было таких моментов. Я как бы изначально сказала, что давайте сходим, перепроверим 100 раз лучше. Я готова приехать куда угодно, в любой центр. Там проверили пробег. И вот этот мужчина, который все это проверял, молодой парень, точнее, он сам сказал, что отличная цена. То есть вы покупаете по отличной цене. Хотя я с ним не была знакома. Девушка такая, знаете, со стержнем, чувствовала себя там. И почему-то мне кажется, что у нее все получится. Да и вообще эта камера, она удачная. Она принесла мне первых подписчиков. Именно после ее появления просмотры начали расти. Мне почему-то кажется, что эта камера принесет ей тоже удачу. И она тоже начнет зарабатывать с YouTube. Тем более идея у нее крутая. Не знаю, правда, насколько она сможет воплотить в жизнь это все. Ходили мы туда с парнем. В этом плане мне, кстати, он очень помогает. То есть, например, у меня есть какая-то съемка. Естественно, рекламная интеграция для моего Инстаграма я не делаю бесплатно. Я делаю за деньги. Но мне очень приятно, что каждый раз мой парень находит время, приезжает, отвозит меня, ждет меня там. И потом привозит обратно. Для кого-то это покажется мелочь, а для меня это очень важно. Всегда отвезет, привезет, поможет. Мне никогда не нравились отношения, в которых ты чувствуешь себя одной. То есть, например, тебе нужно что-то сделать, и ты одна в этом плане. Ты не чувствуешь поддержку мужчины. Здесь такого нет. Он не просто словесно тебя поддерживает. Ты молодец, давай.
Он действительно помогает. Он может отложить все свои дела, уйти раньше с работы, лишь бы мне в чем-то помочь. И в этом я нахожу именно ту гармонию, которую я всегда искала. Возможно, это связано с менталитетом. Если, например, я возвращаюсь откуда-то поздно ночью, там, с подружками погуляла, да все что угодно. Если мужчина не хочет меня забрать, помочь мне в чем-то, например, да, говорит: а, езжай на такси, а ты там разберешься, я в тебя верю. И просто делает вид, что волнуется: ну как ты там доехала? Все ли нормально? Я тут волнуюсь. Мне кажется, как раз-таки любовь проявляется вот в такой заботе, вот в таких мелочах. В общем, насчет камеры тоже мы вместе съездили. Это было далековато от моего дома. Съездили, все проверили. И тут, знаете, я реально тормоз. Я притащила камеру и забыла зарядку от камеры. Причем оставила на комоде. Мне так неудобно стало перед девушкой. Потом мы с парнем вернулись ко мне домой. Взяли зарядку. И она была на Торговой. А это просто другой конец города. И мы ехали туда в 6. По пробкам. Мы так долго стояли в пробке. Это просто ужас какой-то был. Просто это был мой косяк. Я забыла зарядку. Мы ей отдали. То есть в этом во всем он мне помогает. Он всегда рядом. Ни разу не было такого. Например, я попрошу помощь. Он скажет: вот, у меня не получается, у меня дела. Давай как-то в другой раз. Такого никогда не бывает. Еще я вчера просто офигела от новостей из Голливуда. Наверное, все в курсе о том, что папа Дэдди взят под стражу. И он обвиняется в ужасных вещах. В частности, в том, что, ну, по крайней мере, люди так говорят, что было насилие даже над Бибером. У меня просто вся лента в этом. Просто вся лента. Я почему-то наивно предполагала, что обычно такие сценарии бывают только в каких-то фильмах. И в жизни такого нет. Не знаю, насколько это правда. Но у меня просто вся лента в этом. Я так-то по большому счету зарубежную музыку не слушаю. Единственный мой фаворит — это Eminem. Я Eminem просто обожаю. Причем Eminem, наверное, ровесник моего отца. Я помню, когда я была совсем мелкая, меня двоюродный брат постоянно слушал Eminem. Я понятия не имела, кто такой Eminem, но это двоюродный брат. Он мне казался таким крутым. Крутым в таком плане, что он был такой гламурный, классный, модный. И у меня почему-то с детства была такая мысль: вот слушать Eminem — это значит круто. В
потому что он слушает Эминема. Я помню, мы еще с двоюродной сестрой были, и он нас в Макдональдс водил. И от нас отвязаться хотел, типа, достала эта мелокотня, типа, детский сад с собой возить туда-сюда. А вам огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки и подписываться. С вами была Айка.